Шалом, возлюбленные! Мир всем вам от Господа Иисуса Христа и от всех нас из Индонезии. Программа «Время исцеления» молится о вашем благословении и о вашем восстановлении. А теперь давайте примем благословение через хвалу и поклонение нашему Господу. Sama-sama dengan iman nyatakan kepada Tuhan. Haleluya. Yesus. Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku percaya. Yesus, Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku percaya. Amin. Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Semuanya nyatakan haleluya. Haleluya. Terpujilah. Haleluya. Terpujilah. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Mujizat di dalam hidup. Sekali lagi, Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku percaya. Oh Yesus, aku percaya. Yesus, sambil katakan, kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam hidup. Sama-sama semua. Terjadi malam ini, amin. Katakan bersama saya sambil angkat tangan. Kau pulihkan, sembuhkan di dalamku. Kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalamku. Kau pulihkan, sembuhkan mujizat. Sekali lagi, kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam hidup. Sambil lompat semua. Haleluya. Haleluya. А сейчас я приглашаю вас посмотреть свидетельство, которое расскажет вам о Божьей благости, которая доступна каждому, кто любит Его. Эта трагедия произошла 15 ноября 2013 года. В тот момент я ехал домой. На светофоре горел красный свет, и было очень много машин. Я выехал на левую сторону дороги и последовал за другими водителями. Внезапно
Мой мотоцикл поскользнулся, и мое тело вылетело вперед. Я упал и лежал рядом с остановившимся грузовиком. Мои ноги находились под грузовиком. Когда я пытался встать, на светофоре загорелся зеленый свет, и машины стали двигаться вперед. В тот момент я почувствовал ужасную боль в правой ноге, особенно в области бедра. Я не мог пошевелить ногой. Я кричал: «Мне больно!» Все, что я мог, это просить о помощи. Помогите! Помогите мне! Я мог только звать на помощь. Мне было очень больно. Я кричал: «Помогите!» Стали подходить люди, чтобы помочь мне, и они отвезли меня в больницу. В больнице я мог только лежать на кровати, потому что моя нога очень сильно болела. С меня не могли снять штаны, поэтому их разрезали. И, о боже, мое бедро кровоточило и сильно опухло. С меня нужно было снять штаны, поэтому из них достали все мои вещи. Я искал свой телефон и увидел, что мои вещи тоже были раздавлены. У меня были очень серьезные раны. Я взял телефон и попробовал позвонить сестре. Я хотел рассказать ей, что со мной случилось, и своим родителям, что я попал в аварию и сейчас нахожусь в больнице. Ведь они не весть, что думали обо мне. Они не знали, что со мной случилось. Мама! Мама! Сестра Даниэля сказала: «Мама, Даниэль попал в аварию. Он упал с мотоцикла и теперь в больнице». Я была в шоке. Пока я ждал, то пытался сделать все возможное. Я пытался шевелить ногой, чтобы понять, двигается она или нет. Оказалось, что моя нога совсем не двигалась. Я пытался прикоснуться к бедру, но ничего не чувствовал на том месте. Я ничего не чувствовал, абсолютно ничего. Мне стало очень страшно. Самое страшное, что я мог представить, что я больше никогда не смогу ходить. Как только я приехала в больницу, то увидела Даниэля, лежащего на постели. Он был в крови, и его бедро было в крови. Я подумала, что повреждение такое сильное из-за асфальта. Я осмотрела его бедро ближе и увидела, что оно стало черно-синим, и на нем были следы от шин. Я была в шоке. Я спросила: «Даниэль, что с тобой случилось?» Даниэль сказал: «Мама, мою ногу переехал грузовик». То есть нога Даниэля распухла, потому что ее переехал грузовик. Я боялась, что ногу могут ампутировать, и он больше не сможет ходить. А еще я боялась, что он может потерять жизнь. Когда я просила Даниэля молиться, мы могли только благодарить. Мы благодарим в любых обстоятельствах, в хороших или плохих. Я просто верил, я верующий. Я верю в Господа и в Его защиту. После молитвы я попросил маму сделать мне рентген, чтобы узнать о состоянии моей ноги. Когда я лежал в постели, Господь напомнил мне 90-й псалом, о котором всегда говорит пастор Ника. Не забывайте читать 90-й псалом о Божьей защите для вас. Ведь вся защита находится именно там, в этих словах. Что бы ни происходило, Божья защита
всегда совершенна для тех, кто верит в Бога и доверяет Ему. Я оставалась у постели Даниэля и продолжала молиться. Я возлагала руки и верила, что ранами Иисуса Христа он будет исцелен. Господь коснется его с макушки головы и до подошвы ног. Я провозглашала, что Даниэль здоров во имя Иисуса. Господь, я верю, что ты защитишь моего сына даже в таких условиях. После молитвы я решила сделать рентген ноги Даниэля. Через 2 часа ожидания доктор принес снимки. Он сказал, что нога не сломана и даже не вывихнута. Доктор сказал: «Мадам, это чудо! Это чудо! Это не могло произойти. Кости должны были быть сломаны». Я была очень рада. Я сказала: «Спасибо, Господь! Твои чудеса все еще реальны в нашей жизни. Спасибо, Господь!» Я продолжала благодарить Его. «Спасибо, спасибо, Господь!» Мы решили отправиться домой и заботиться о Даниэле дома. Но его нога все еще была опухшей, и он пользовался костылями. Но мы все равно решили заботиться о нем дома. У меня была вера, что Даниэль скоро будет исцелен. Я читал и провозглашал Слово Божие каждый день, особенно 90-й псалом о Божьей защите. Я начал заниматься и учился ходить без посторонней помощи. Я пользовался костылями приблизительно 3 месяца, пока не научился ходить нормально. Слово Божие исполнилось в моей жизни. Если думать логически, то кости должны были быть сломаны или смещены, потому что грузовик был полон. Однако моя нога в порядке, и я могу только радоваться и благодарить Бога. Благодаря этому опыту я верю и убежден, что когда я читаю и провозглашаю Слово Божие каждый день, Божья защита, Его сила в моей жизни не ограничены. Я понял, что чудеса реальны в моей жизни. Бог реален в моей жизни. «Воззовет ко мне, и я услышу его».
Возлюбленные, а теперь давайте вместе послушаем особое послание от пастора Ника Ньохара Хардио. Пусть Слово Божие, которое вы услышите, направляет вас и принесет мир в вашу жизнь. Maka semuanya kan ditambah padamu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Однажды Господь Иисус проводил служение исцеления. Когда наступил вечер, Иисус сказал ученикам: «Вы должны дать людям что-то поесть». Ученики ответили им: «Не хватит хлеба даже на 200 динариев, чтобы съесть хотя бы понемногу». Один из учеников нашел парня, у которого было 5 ячменных хлебов и 2 маленькие рыбы. Ученики сказали Иисусу: «Это все, что у нас есть, но это ничто для такого количества людей». Иисус ничего им не ответил, а лишь попросил рассадить людей группами по 50 и 100 человек. После этого Господь Иисус взял хлеб и рыбу, посмотрел на небо и поблагодарил. Затем Он разломил хлеб и рыбу и передал ученикам, а те раздали людям. Ученики были послушными, даже когда это не имело смысла. А что случилось после их послушания? Оказалось, что 5000 человек, и это не считая женщин и детей, ели, пока не насытились, а остатков собрали 12 полных корзин. Эту историю о том, как были накормлены 5000 человек, не считая женщин и детей, можно назвать необычным чудом. Иисус творит необычные, необыкновенные чудеса. Для того, чтобы такое необычное чудо произошло и с нами, нам необходимо сотрудничать с нашим Господом Иисусом. Во-первых, мы должны быть послушными, когда Иисус просит нас о чем-то. Именно это сделал мальчик, отдав Иисусу свои 5 хлебов и 2 рыбы. Во-вторых, мы должны быть послушными Господу Иисусу даже тогда, когда Он просит сделать то, что на первый взгляд не имеет смысла. Так поступили ученики, когда Иисус попросил их раздать куски хлеба и рыбы, которых, казалось, но никак не хватит на такое количество людей. А в-третьих, мы должны быть благодарными за все. Так нам говорит Библия. И именно так поступил Господь Иисус, когда получил эти 5 хлебов и 2 рыбы, которых никак не могло хватить на 5000 человек, не считая женщин и детей. А в-четвертых, мы должны быть терпеливыми и ждать Божьего времени. Так поступили те люди, которые сидели группами и терпеливо ждали, когда им раздадут хлеб и рыбу. Иисус, аку percaya. Иисус, аку percaya. Иисус, аку percaya. Иисус, аку percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya.
kau pulihkan, sembuhkan mujizat di dalam hidupku. Haleluya. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Еще раз, если вы хотите переживать необычные чудеса, тогда, во-первых, вам нужно повиноваться Божьим повелениям. Если Бог просит вас дать Ему что-то, сделайте это. Если Бог просит вас сделать то, что не имеет смысла, сделайте это. Во-вторых, мы должны благодарить за все, хорошее и плохое. А в-третьих, мы должны терпеливо ждать Божьего времени. Наверняка каждому из вас нужно это необычное чудо в жизни. Скажите, это так? Если да, то я хочу помолиться за вас. Поднимите ваши руки. Господь, Ты видишь эти поднятые руки. 2018 — это год новых начинаний. Это год необычных чудес. Пусть Твои дети переживают их. Так будьте исцелены во имя Иисуса. Необычные чудеса происходят в вашей жизни. Будьте исцелены и будьте восстановлены. Я молюсь за вас во имя Иисуса. Аминь. Возлюбленные, давайте всегда благодарить Господа, когда проходим что-то хорошее и что-то плохое, потому что Иисус пришел в этот мир, чтобы дать нам жизнь и жизнь с избытком во всем. С вами был Билли. Увидимся на следующей неделе. И да благословит вас Господь. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sekali lagi semuanya angkat jempol. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Haleluya. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Hey! Akan segalanya. Semuanya sama-sama. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun. Lagi, ayo ngawi, ratakan tanah mana suaranya? Mencari siap di atas, ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang. Mencari siap di. Yeah.
menjadi siap, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Hey, menjadi siap dibangun di atas dasar. Jempolnya angkat tinggi-tinggi dua-duanya.